В округе завершились соревнования российского физкультурного спортивного общества «Спартак» по боксу среди девушек. В финальных поединках приняли участие 23 пары сильнейших спортсменок. Тему продолжит Богдан Колесников. На счету Анны Прокудиной почти 100 боев с минимальным количеством поражений. В таких соревнованиях участвует впервые и стала победителем. Очень счастлива, рада, что выиграла. Мой старший брат тоже занимался боксом. Он стал кандидатом мастера спорта. И когда я была маленькая, я смотрела на него и думала, хочу так же. И пришла сюда. Турнир по боксу собирает спортсменов из разных городов России. В этом году Люберецкий ринг встретил 179 спортсменок из 28 регионов. Соревнования по боксу у нас проводятся ежегодно, и очень много всероссийских турниров, которые проводятся в Люберцах. Для нас это значимо. Почему? Потому что эти соревнования являются отборочными соревнованиями по боксу. Победители представят спортивное общество «Спартак» на первенстве России. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.